Празднование 400-летия Люберец прошло, но город продолжает принимать подарки. В свет вышла еще одна книга, посвященная богатой истории Люберецкого края. Ее автор – почетный гражданин города, заслуженный работник культуры Российской Федерации Алла Карпенко. На презентации издания и творческой встрече с бывшим руководителем библиотеки имени Есенина побывали мои коллеги. В картинной галерее особая творческая атмосфера. В одном месте и в одно время собрались деятели культуры и искусств, которые вносили и продолжают вносить вклад в развитие родного края. В центре внимания человек, который без преувеличения всю свою жизнь посвятил книгам. И сегодня Алла Карпенко презентует собственное второе по счету издание. Мы только отметили 400-летие города. И мне хотелось таким в тезисном виде немножко напомнить людям, чем же богат наш город, какая у него история. Конечно, далеко не все, но я рассчитывала все-таки на подростков, на ребят, чтобы они мало знают об этом, чтобы им легче воспринимался этот материал. Отдельное место в книге «Обратный отчет» занимает история библиотеки, в которой Алла Леонидовна проработала 40 лет. Автор с любовью называет ее «Моя Есенинка». После ухода на заслуженный отдых она не могла оторваться от любимой работы и тогда решила о ней написать. Мне кажется, когда человек слышит, Есенин был на Люберецкой земле, у него должно все прям вздрогнуть, он должен от восторга, от того, что это далеко не каждый город может похвалиться таким событием. Вот, и поэтому я немного рассказала, как он попал в наш город. А самое главное, рассказала о том, какую библиотека провела работу для того, чтобы получить имя Есенина. И мемориальную доску мы могли установить. Тоже благодаря тому, что очень большая работа была проведена и проводится. И я надеюсь, будет проводиться. В книге Аллы Карпенко более 200 фотографий, которые создают исторический портрет города. Кстати, на творческой встрече присутствовала живая легенда, чье имя вошло не только в историю Люберец, но и всей страны. 15-кратная рекордсменка мира по вертолетному спорту Инна Андреевна Капец. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.